Приветствую в нью-йоркской студии RTVI. Екатерина Катрикадзе. Время новостей на нашем канале. Что произошло в мире за последние часы? Начнем с самого главного. Коротко. В центре Нью-Йорка машина врезалась в толпу туристов. Один человек погиб, более 20 пострадали. Прямое включение нашего корреспондента с места событий. Сорванный теракт в Манхэттене. 20 лет грозит сыну иммигрантов из России, которого обвиняют в подготовке взрыва в Нью-Йорке. Спецрепортаж RTVI. Напоминание Путину. Российское посольство в Вашингтоне может сменить адрес на Борис Немцов Плаза. Переименование уже одобрил Комитет Сената США. Германия борется с ненавистью в интернете. Немецкие власти готовятся ввести штраф за оскорбление онлайн. Соцсетям это грозит многомиллионными исками. И начинаем выпуск с происшествия в центре Нью-Йорка. Машина сбила десятки людей на Таймс-сквер в Манхэттене. По данным на эту минуту, один человек погиб, по меньшей мере 22 пострадали. Водителя автомобиля уже задержали, но знаменитая площадь, обычно заполненная тысячами туристов и местных жителей, оцеплена полицией. Одной из первых на место инцидента прибыла съемочная группа RTVI. И сейчас на связь со студией выходит наш корреспондент Константин Рожков. Костя, приветствую. Что известно на эту минуту? Теракт ли это? Да, Екатерина, приветствую. Давайте, наверное, сразу же отвечу на главный вопрос. То, что произошло на Таймс-сквер, это был не теракт. Во всяком случае, об этом уже заявили официальные представители полиции Нью-Йорка. Впрочем, какой-то исчерпывающей информации о том, что же все-таки здесь произошло, что двигало тем водителем, который на полной скорости врезался в толпу людей, вот однозначных ответов по-прежнему нет. Давайте по порядку, что известно на данный момент. Красный седан проехал 3 квартала против направления движения. При этом сбил по меньшей мере 23 человека. Один из них в результате погиб. Вот потому что говорили очевидцы, нельзя сделать однозначного вывода. Все-таки делал ли это водитель намеренно, или же в этот момент он просто не мог справиться с управлением. Остановилась машина только после того, как врезалась в столб. Это произошло где-то в 500 метрах от того места, где мы сейчас находимся. Вот там автомобиль, кстати говоря, все еще находится на месте. В первые минуты из-под капота валил очень сильный дым, и все боялись, что может произойти взрыв. Нам удалось поговорить с человеком, который находился прямо на Таймс-сквер в тот самый момент, когда все и произошло. Он сидел в своем офисе на одном из верхних этажей в небоскребе. Вот предлагаю послушать то, что он нам рассказал. Машина красная поехала по пешеходному переходу и по люку. Я взял камеру, пошел, начал снимать. То, что я видел, человек 8 лежал на земле, но до этого уже остальных забирали. Второе, очень важно, что машина, они боялись explosion, потому что передняя часть машины пошел fire. Вот Петр также рассказал нам, что видел людей, лежащих прямо на асфальте еще до приезда скорой. Это, как он говорит, было просто жуткое зрелище. И, кстати говоря, сам-то он думает, что это был именно теракт. Хотя понятно, что его реакция, она такая во многом эмоциональная. Мы даже обратили внимание, что во время интервью у него по-прежнему тряслись руки. Конечно, после терактов во Франции, в Швеции, в Великобритании, когда экстремисты использовали автомобили, грузовики как орудие террора, все думали, особенно в первые минуты, что то, что произошло в Нью-Йорке, это тоже теракт. Но еще раз хочу подчеркнуть, что по официальной информации версия теракта не подтверждается. Что известно водителям? Сам он выжил, есть кадры, как его в наручниках ведут в сопровождении 7 или 8 полицейских. Известно, что его зовут Ричард Рохас, ему 26 лет, он живет в Нью-Йорке, и ранее его уже 2 раза арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Ну и вот несколько слов о том, что сейчас происходит в центре города. Здесь по-прежнему очень много полиции. Был оцеплен очень большой участок Манхэттена в районе Таймс-сквер, и движение в центре города просто парализовано. И вообще вот этот вот один из самых оживленных районов, наверное, не только Соединенных Штатов, вообще всего мира, сейчас как будто бы так вот замер в оцепенении. Катя? Спасибо. Это был Константин Рожков. Костя, спасибо. Держите нас в курсе. Итак, Ричард Рохас, гражданин 26-летний, предположительно, все-таки это был не теракт. Он выжил, и он задержан. 20-летний гражданин Соединенных Штатов обвиняется в организации теракта в Манхэттене. Во время обыска у сына иммигрантов из России Грегори Лепски полицейские обнаружили целый ряд крайне подозрительных предметов и инструкций, как сделать бомбу в домашних условиях. Из Пойнт-Плезент, штат Нью-Джерси, города, где жил молодой человек, репортаж Ксении Муштук.
Пойнт-Плезант – небольшой прибрежный городок в штате Нью-Джерси. Дословно его название переводится как «милое местечко». Это классическая одноэтажная Америка. Аккуратно подстриженные газоны, тишина и спокойствие. Но, как оказалось, тихо тут не в каждом доме. У крыльца потертая статуя Будды, розовые цветы и несозревшие помидоры. За дверями с кружевными занавесками последние 10 лет жил Грегори Лепски вместе со своей матерью и собакой по кличке Спот. Где купить черный флаг джихада? Как сделать порошок сибирской язвы? Какой нож подходит для обезглавливания? С января этого года Грег сделал 3340 подобных запросов в интернет-поисковике. Но об этом полиция узнала случайно, когда приехала по вызову родственников. Грег пытался зарезать свою собаку – безобидную помесь болонки и шицу. Полицейским Грег заявил, что собака – животное нечистое, и неожиданно для всех присягнул на верность Аллаху. А потом рассказал, что хотел убить и мать, а еще стать шахидом – взорвать бомбу на оживленном перекрестке Нью-Йорка. По словам Грега, его на это вдохновили братья Царнаевы, совершившие в 2013 году террористический акт в Бостоне. В комнате Лепски стражи порядка нашли большой армейский нож и новенькую скороварку. А в смартфоне и компьютере – фотографии Грега с флагом ИГИЛ, антисемитские ролики, инструкцию, как сделать бомбу на маминой кухне и книгу «Мученичество в джихаде». Арестованный позже заявил, что мечтал уехать в Сирию, но решил служить ИГИЛ дома, по удаленной связи. В его почте следователи нашли письма от неизвестного, который, по всей видимости, вербовал Грега. «Аллах приказывает нам, мусульманам, сражаться с неверующими, пока они не исчезнут. Аллаху Акбар. Если тебе что-то нужно, обращайся. У тебя есть мой телефон. Я могу показать тебе, как сделать бомбу и устроить джихад. Прошу тебя, брат, не упускай этот шанс. Это твоя обязанность перед Аллахом». Мать Грега, Люда Лепски, ничего не знала. По крайней мере, так она сказала следователям. Заметила только агрессивное отношение сына к геям. От комментариев нашему телеканалу отказалась. «Это частная собственность. Уходите!» И даже вызвала полицию. Соседи Грега мало общались с семьей русскоязычных иммигрантов. Говорят, ни мать, ни сын не здоровались при встрече и вообще не проявляли дружелюбия. А вот со сверстниками Грег был вполне разговорчив. Как выяснила полиция, он пытался рассказать знакомым о своих идеях. Упоминал и отца, уроженца Чечни. «Мой отец родился в исламском регионе России, Чечне. Он отошел от религии, когда переехал в Америку. Но я хочу быть другим. Я хочу быть религиозным и вырасти мучеником. Я на самом деле хочу умереть ради Аллаха. Потому что, когда ты это делаешь, ты автоматически попадаешь в рай». «Я не шутил, когда сказал тебе, что начал снова серьезно воспринимать веру, в которую родился. Я родился в исламе». Это сообщение Грег отправил незадолго до своего ареста одному из приятелей в социальной сети Facebook. Однако в ближайшей от Point Pleasant мечети о Греге ничего не слышали. Понимания среди приятелей по школе Лепский не нашел. Друзей в Фейсбуке у него и без того было мало, а после ареста осталось всего 9. Один из них, Дэн Русенко, рассказал нам, что дружил с подозреваемым с 8 класса, с тех самых пор, как Грег с матерью переехали в Point Pleasant. Но после выпуска общение прекратилось. Было мало общих тем, Грег не пошел учиться в колледж, подрабатывал в фастфуде и супермаркете. А еще стал употреблять антидепрессанты и героин. Говорить об этом на камеру Дэн после долгих колебаний отказался. Впрочем, для того, чтобы узнать подробности о жизни Грега, оказалось достаточно просто выйти на улицу. В городке под милым названием все про всех знают. «Я слышала, у него были проблемы еще в школе и потом дома. Может, это и подтолкнуло его к странным идеям». «Я работаю детским психологом, и я уверена, что он, как и другие проблемные парни, которые мечтают быть гангстерами, хотел вступить в радикальную группировку, чтобы найти там для себя хоть какую-то опору и поддержку». «Он просто был очень одинокий, кто-то из его семьи должен был помочь, как иначе узнать, что он в беде». Отец Грега Гарри после расставания родителей остался жить в Нью-Йорке. По словам знакомых, Грег скучал по нему и по Бруклину, где прошло его детство. Здесь 10 лет назад он занимался в художественной студии, рисовал пейзажи, натюрморты и маму, которую Грег в случае приговора увидит через 20 лет. Именно этот срок требуют для несостоявшегося убийцы прокуроры. Ксения Муштук, Владимир Бадиков, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Point Pleasant, США.
Охотой на ведьм назвал президент США нынешнее отношение к своей персоне со стороны СМИ и многих политиков. Дональд Трамп гневно прокомментировал в Твиттере назначение специального советника, который будет расследовать предполагаемое вмешательство Кремля в американские выборы. Разбираться в этой скандальной истории будет бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Валерий Кипелов подробнее. Он хранил твиттер-молчание целые сутки, но вот прорвало. Это величайшая охота на ведьм в истории Америки. При всех незаконных действиях компании Клинтон и администрации Обамы никаких спецсоветников не назначали. Дональд Трамп очень недоволен тем, что экс-глава ФБР Роберт Мюллер будет расследовать возможное вмешательство России в американские выборы. Примечательно, что президент США воспринимает это расследование как беспрецедентную атаку против него самого, а не как попытку понять, влиял ли Кремль на американский демократический процесс. Наблюдатели сразу напомнили Трампу, что подобные по серьезности расследования бывали и не раз. Джорджу Бушу-младшему в свое время досталось за несуществующее оружие массового уничтожения в Ираке и за необоснованную войну в этой стране. Клинтона почти подвели под импичмент за ложь под присягой в деле о Монике Левинске. Президент Никсон и вовсе был вынужден уйти с поста за Уотергейтский скандал. Назначение спецсоветника и проведение независимой проверки данных о российском следе в выборах 2016 года требовали и в итоге добились как конгрессмены-демократы, так и некоторые республиканцы. По данным спецслужб, российские хакеры целенаправленно пытались повлиять на ход и результат выборов американского президента, нанося ущерб кампании Хиллари Клинтон и помогая команде Дональда Трампа. Вопрос в том, происходило ли это сведомо людей из окружения нынешнего главы Белого дома или его самого. Изначально этим разбирательством занималась ФБР во главе с Джеймсом Коми. Но 9 мая Трамп внезапно решил уволить последнего. Вскоре в прессу попали данные о том, что ранее Трамп просил Коми прекратить расследование связи российских агентов влияния с Майклом Флинном. Генерал Флинн, не успевший проработать на посту советника по нацбезопасности и месяца, оказался в поле зрения спецслужб после того, как солгал под присягой о своих контактах с послом России в США. Кстати, как выясняется, Майкл Флинн не будет сотрудничать с Сенатским комитетом по делам разведки. Сегодня его адвокаты заявили, что их клиент не намерен подчиняться судебному запросу и предоставлять документы, касающиеся его контактов с российскими официальными лицами. Тем временем еще одна фигура из ближнего окружения президента может лишиться работы. Это пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, чьи отношения со СМИ не заладились с первого же дня. Издание «Политика» со ссылкой на свои источники в Вашингтоне утверждает, что Спайсер прекратит ежедневные пресс-брифинги по окончании зарубежного турне Трампа, то есть уже в конце следующей недели. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI. Вы смотрите новости на канале RTVI, далее в эфире. Напоминание Путину. Российское посольство в Вашингтоне может сменить адрес на Борис Немцов Плаза. Переименование уже одобрил Комитет Сената США. И Германия борется с ненавистью в интернете. Немецкие власти готовятся ввести штраф за оскорбление онлайн соцсетям. Это грозит многомиллионными исками. Все это не только через минуту на RTVI. Не переключайте канал. Вы смотрите RTVI, меня зовут Екатерина Катрикадзе, это новости. Российское посольство в Вашингтоне, по всей видимости, скоро сменит адрес. Дипмиссия никуда не переезжает, но отрезок улицы, на которой расположено посольство в американской столице, собираются переименовать. Первый шаг уже сделан, соответствующий законопроект поддержал Сенатский комитет. Если все прочие процедуры будут пройдены, то российская дипмиссия получит следующий адрес. Вашингтон, округ Колумбия, Борис Немцов, Плаза 1. Напомню, политика застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Официально по делу об убийстве Немцова проходят пятеро граждан России. Свою вину они отрицают. На Западе убийство оппозиционера считают политическим. Как скоро в столице США появится улица Немцова и кто выступил инициатором закона, выяснил моя коллега, корреспондент Дарья Диегут. Даша, добрый день. Екатерина, решение о переименовании этой улицы в одном из самых престижных районов американской столицы Комитет Сената по делам государственного управления принял единогласно. Отдельным пунктом в документе предусмотрено нынешний адрес российского посольства
2650 Висконсин-авеню. Отныне будет звучать так: Немцов Плаза 1. Именно на этот адрес будет приходить вся корреспонденция. Имя оппозиционера, убитого у стен Кремля в феврале 2015-го, будет указываться на всех официальных документах дипмиссии. Автор идеи о переименовании – сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Марко Рубио. Соответствующий законопроект он представил в конце февраля. У себя в Твиттере политик написал: «Это сигнал Москве». Переименование улицы перед посольством России в честь Бориса Немцова будет напоминать Путину о том, что диссидентов невозможно заставить молчать. Следующий шаг – рассмотрение законопроекта всем составом Сената. Авторы документа рассчитывают, что проблем не возникнет, поскольку идею о переименовании поддерживают и республиканцы, и демократы. Затем законопроект отправят на подпись президенту. Интересно, что Борис Немцов в 1994 году присутствовал на официальном открытии посольства России в Вашингтоне. Тогда же он познакомился с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Для американских политиков смена адреса диппредставительства – практика испытанная. В 1984-м законодатели переименовали улицу, где находилось посольство СССР, в честь диссидента и лауреата Нобелевской премии академика Андрея Сахарова. На свежую инициативу Марко Рубио российский МИД пока не отреагировал. Но, по словам обозревателей, новый адрес явно вызовет раздражение в Москве. Екатерина. Спасибо. Это была корреспондент РТВА в американской столице Дарья Диегуц о переименовании отрезка Вашингтонской улицы в честь убитого в России оппозиционера Бориса Немцова. 8 месяцев колонии поселения. Такой срок получил сегодня участник антикоррупционного митинга «Он вам не Димон» Юрий Кулий. Это первый приговор по уголовному делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов 26 марта. 28-летний актер из Волгограда признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время митинга Кулий схватил за руку сотрудника Росгвардии и тем самым причинил ему, цитата, «боль». Суд над Кулием проходил в особом порядке. Обвиняемый признал свою вину, потому что рассчитывал на условное наказание, но в итоге получил реальный срок. Добавлю, что под следствием сейчас находятся еще трое участников антикоррупционного протеста. Их также обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Я напомню, что 26 марта во многих российских городах прошла акция, организованная политиком Алексеем Навальным. На улицы тогда вышли десятки тысяч человек, чтобы высказать возмущение после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией о роскошной недвижимости, которой, по данным ФБК, пользуется премьер Дмитрий Медведев. Алексей Навальный расценивает видеообращение Алишера Усманова как угрозу и вызывает олигарха на открытые дебаты. Это реакция политика-оппозиционера на неожиданное появление в интернете 12-минутной записи олигарха. Один из богатейших людей России лично обратился к Навальному в Ютьюбе, обвинив его во лжи и передергивании фактов. Речь идет о нашумевшем фильме расследовании «Он вам не Димон», где Алишер Усманов, в частности, обвиняется в даче взятки вице-премьеру Игорю Шувалову. Судебное разбирательство по этому делу адвокат олигарха уже инициировали, но появление в Ютьюбе Усманова лично многих удивило. Усманов вообще не публичная фигура. Зрители обратили внимание и на лексику, и форму обращения. Усманов Навального иначе как Лешей не называет и говорит: «Из нас двоих уголовник – это ты». Я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать. Не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать, это лай Моськина слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Воспринимаю ли я это как угрозу? Сам Алексей Навальный расценивает видеообращение Алишера Усманова как угрозу. Как он только что сказал в Ютьюбе на своем канале, он вызывает олигарха на открытые дебаты. Ответа Алишера Усманова на это приглашение пока не последовало. Добавлю, что один из богатейших людей России лично обратился к Навальному в Ютьюбе, обвинив его во лжи сегодня. И посмотрим, как будут развиваться события. Власти Германии вступают в борьбу с так называемым вербальным радикализмом. Берлин предлагает привлечь к ответственности социальные сети, которые не удаляют ксенофобские высказывания и комментарии. Но где в Фейсбуке, Твиттере и Ютьюбе, заполненных российскими и антисемитскими лозунгами и фейковыми новостями, должна начинаться цензура, а где уголовный кодекс? Споры на эту тему с участием политиков, экспертов и представителей самих соцсетей только что завершились в Бундестаге. А уже завтра парламент Германии рассмотрит резонансный законопроект
законопроект, который позволит штрафовать соцсети на гигантские суммы. Если документ одобрят, это будет громкий прецедент для всей Европы. О каких штрафах идет речь, узнаем у Константина Гальденцвайга. Он присоединяется ко мне в прямом эфире от стен Бундестага. Костя, добрый вечер и вам слово. Приветствую, Катя. Это астрономические суммы до 15 миллионов евро собираются взыскивать с YouTube, Twitter, Facebook и других интернет-платформ, если те не наведут порядок на своих же страницах. Причем штрафовать немецкие власти собираются их не за отдельные упущенные из виду фейковые новости, клевету или оскорбления, а в целом, если работа по удалению такого контента не будет налажена. Противоправные публикации должны удаляться, по идее, в течение суток. Однако, как говорили сегодня здесь, в Бундестаге, участники этой дискуссии, антисемитские, российские и неофашистские лозунги, речевки могут висеть в Фейсбуке месяцами без каких-то последствий для их авторов. Фейсбук, по оценке экспертов, удаляет ныне 40% такой уголовщины, а Твиттер вообще всего 1%. Сами представители интернет-концернов тоже прислали сюда мощное лобби. Их представители говорили о том, что признают свои недочеты, согласны расширять штат специальных команд. Однако вместе с тем этот законопроект они называли противоречащим Конституции Германии, европейским законам и принципам свободы слова. Вообще, заявляли они, заниматься надзором за соцсетями и их контентом должны не они сами, а государство. Нам твердят, будто все очень легко и просто, и приводят очевидные примеры. Вот один из них, например, призывы в соцсетях вроде «даешь газовые камеры для евреев» или «все солдаты убийцы». Тут, конечно, сомнений нет, хотя даже на то, чтобы удостовериться в противоправности последнего лозунга, потребовались долгие судебные тяжбы. Однако основная часть контента, который кто-то может счесть противозаконным, попадает вообще-то в гигантскую так называемую серую зону. И мы не согласны, когда нас обязывают разбираться с тем, что в ней легально, а что нет. Это нелепые обвинения. В этом законе речь лишь об удалении сети контента, связанного с уголовными нарушениями, призывов к убийству, преследованию публичных персон, политиков и журналистов, к поджогу приютов для беженцев и другому насилию. Речь об угрозах и оскорблениях, о разжигании розни и отрицании Холокоста. У подобных высказываний нет ничего общего со свободой слова. Напротив, они составляют опасность для этой свободы. Но тут с инициатором законопроекта Хайко Маса, министром юстиции Германии, представляющим социал-демократическую партию, уже завтра на первом чтении законопроекта могут поспорить его оппоненты. Христианские демократы в целом согласны с этой затеей, но предостерегающие от опасности введения интернет-цензуры и таких перегибов. Что тут можно сказать? Что одно дело это удалять из сети агитацию от террористов или детскую порнографию, а другое, как говорят христианские демократы, вот так без суда оперативно решать, что является оскорблением, а что клеветой. Время поджимает, дискуссий будет много. Меж тем, все парламентские партии заинтересованы в том, чтобы этот прецедентный законопроект был принят до сентябрьских выборов в Германии в немецкий парламент. Потому что в Германии, среди прочего, с тревогой ожидают и новых возможных интернет-диверсий от российских соседей. Печальный опыт у других стран уже имеется, а термин «фабрика троллей» стал международным. У нас есть прочный демократический строй, и перед подобными диверсиями он устоит. Но, конечно, нас раздражает, когда такие интернет-атаки совершаются откуда бы ты ни было, против отдельных людей и целых институтов, как мы это только что наблюдали на выборах во Франции. Однако те же Twitter и Facebook обязаны нести за это ответственность, чтобы не превращаться в орудие чужой борьбы. Авторы законопроекта говорят о том, что до этого более года пытались наладить сотрудничество без таких драконовских мер с самим Фейсбуком, но по итогам этого года количество оскорбительных фейковых сообщений, наоборот, снова только возросло, и им ничего не оставалось, как прибегнуть к таким мерам. А главный игрок Facebook, с которым мы здесь сегодня пытались пообщаться, представителями которого мы пытались пообщаться, на словах, выступающий против суровых законов и за прозрачный диалог с властями и обществом, отказался сегодня вновь от каких-то комментариев для прессы. Ставки слишком высоки. Катя.
Спасибо. Это был мой коллега Константин Гальденсвайк из Берлина, который рассказывал о том, как в Германии пытаются бороться с радикальными ксенофобскими и фейковыми высказываниями в социальных сетях.